Космодрома Плесецк. Сегодня проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» шахтного базирования. Военные проверяли готовность комплексов к боевому применению. Как сообщили Минобороны, ракета с высокой точностью поразила условную цель на камчатском полигоне «Кура». «Тополь-М» – первый ракетный комплекс, созданный исключительно внутри российской кооперации промышленности. По своим техническим характеристикам значительно превосходит предшественников.